доступна услуга заказа объявлений на телеканале ОРТ через интернет на сайте media56.ru. Обучение охотников и граждан на травматическое оружие. Школа Долг 2. Звонить по телефонам 58 27 25 94 18 38. Юридическое агентство «Инсайт» поможет законно списать долги, защитить имущество. Консультация бесплатна. Телефон 8 967 776 88 87. Внимание! В магазинах «Славянка» скидка 15% на все 30 и 31 января 2020 года. Купят баян, аккордеон. Предложения ждут по телефону 26 42 91. Учебный центр «Щит» проводит наборы на курсы подготовки частных охранников 4, 5, 6 разрядов. Прием периодической проверки. Звонить по телефонам 68 82 58 25 75 78. Организации срочно требуется водитель вилочного погрузчика. Звонить по телефонам 21 64 07 21 04 83. Требуется шиномонтажник с опытом работы. Телефон 26 71 05. В Оренбургстат требуется юрист с высшим профессиональным юридическим образованием, трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом, соцпакет, условия работы и оплаты при собеседовании, обращаться по адресу улица Туркестанская, 15, кабинет 515, телефон 22 38 28. Требуется кассир-операционист, водитель-погрузчика, грузчик. Обращаться по телефонам 54-03-00, 8-912-345-71-61. Требуется стажер по ремонту бензоэлектроинструмента. Телефон 27-87-97. На постоянную работу требуется посудница-уборщица, бармен-официант. Обращаться по телефону 970921. Подработка на дому. Телефон 8-901-082-5506. Требуются дворники. Звонить по телефонам 670501, 8-932-848-79-71. Продовольственный магазин требуется продавец. Телефон 8 903 366 35 59. Дорожно-строительной компании требуются мастера участков и дорожные рабочие, командировки по регионам России, оформление по Трудовому кодексу, оплата достойная. Обращаться по телефону 8 961 906 77 78 с 14 до 15 часов в рабочие дни. Требуются автомойщики. Звонить по телефону 47 3003. Работа на дому. Телефон 450-405. Требуется дворник, уборщица. Обращаться по телефону 28-34-36. Требуется менеджер по продажам. Возможна работа для студентов. Телефон 200-722. Требуется уборщица. Телефон 20-13-22. Требуется автоэлектрик, оклад 35 тысяч рублей. Телефон 8-922-809-58-81. Требуется электромонтер, штукатур-маляр. Звонить по телефону 8-967-777-63-87. Требуются охранники частных объектов с опытом работы. Звонить по телефону 8-905-841-01-13. Требуется уборщица в автосалон по улице Волгоградской на неполный рабочий день. Телефон 8-912-355-08-55. Требуется дворник. Телефон 20-13-66. Подработка с ежедневной оплатой. Звонить по телефону 555-919. Смотрите программу «Видеоблокнот» на сайте media56.ru.